комплект входит ударостойкий, пыли и влагозащищенный футляр для камеры. При этом кнопки камеры дублируются. Футляр изнутри, как и саму камеру, нужно постоянно держать в чистоте, ведь даже малейшие песчинки песка могут расцарапать объектив при вибрациях. Сама же камера без футляра защищена только от мелких брызгов. Меню, несмотря на то, что в задатке интуитивное, организовано не самым лучшим образом. Например, чтобы сменить разрешение, нужно зайти в три различных подменю, так что с телефона в эппе контролировать настройки гораздо удобнее и нагляднее. Кстати, о телефоне. Он связывается с камерой посредством Wi-Fi, что очень-очень влияет на время работы аккумулятора. Если камера установлена на автовыключение, то по каким-то причинам Wi-Fi продолжает таки работать на заднем фоне. Я связывался с официальной поддержкой, сказали, что работа Wi-Fi не подвластна установленному автовыключению. Камера обладает кучей всяких разъемов, я пользуюсь разве что microSB. Здесь находится аккумулятор и карточка, в моем случае на 64 гигабайта. Интересный момент, если подключить камеру по кабелю, то с распознавшейся карты памяти нельзя будет ничего стереть. Чтобы сделать это, нужно пользоваться карт-ридером, либо форматировать все. Конечно, важный аспект для любителей облегчиться – это вес. Для закрепления Sony предложила воспользоваться своей монеткой. Я, как коренной европеец и любитель продуманности во всем, негодовал из-за такой наглости. Нагрудник обладает двумя осями – вверх-вниз и влево-вправо. Все просто и очень удобно. Дискомфорта нет даже при одновременном использовании нагрудного датчика пульса. Перейдем непосредственно к съемкам. Ну, во-первых, сочные только что с рынка фрукты и овощи, освещение не ахти, несмотря на рекламный процессор Exmos R, четкость очень все-таки страдает. Теперь steady shot. При сильном освещении, конечно же по брусчатке, и тот же маршрут при плохом освещении. В общем, самый неприятный сценарий использования для любой камеры. Именно это и нужно показывать.